эфире прослушка, чуваки. Это такая херь, где я слушаю новые альбомы, новинки, в общем, от разных исполнителей. И сегодня мы слушаем новый EP от 39-го, Moscow Dream. Я помню, прошлый оставил хорошие такие впечатления, эмоции, и два трека, по-моему, было добавлено. Здесь у нас 6 треков, давайте не будем тянуть, начнем слушать первый трек «Oh My Black» интро. Гитарочка. Россия, матушка. Пока нормально все начинается. Вас. Расскажи мне, как прожить, о мой брат. Меня и дальше кормят эти темы. Наши темы. 27, между скорее дед. Ничего себе. Не надо ждать этот куб. Ну такое спокойное интро. Грустное, печальное. Богатеть. Сейчас пойдут понты. Простенько, простенько. По битлу могу выделить, как бы, да, этот, ну, мне нравится музыкальная составляющая у него. И тогда нравилось, и сейчас хорошо зашло так. Ну, посмотрим, что еще у нас тут дальше будет. Еще 4 трека, будем жить. Так, вот здесь мы будем богатеть, сейчас будем жить. Будем жить, будем просто жить. Следи за мной. Слежу, давай. Куда? Будем жить, пока время. Я на месте, 39, давит мир. Свои песни, look at me. Будем жить, будем жить. Будем просто жить. Своим peace, look at me. Не очень мне нравится вот эта читка. Но иногда это очень круто звучит. И Rolex. Роликсы. Довольно-таки простые тексты. То есть он вообще не парился. Припев, куплет, переходы там, припев. Так, а двух других текстов нету, да? Ну ладно. Без текстов попробуем. OG Drive. Видел всех парней, что совсем забыли кайф. Я и пашу каждый день, это все мне в кайф. Много делают бы все так, я курю G Drive. Ты как Soulja Boy. Ты как Soulja Boy. Ты как Soulja Boy. Что-то как-то не радует меня сегодня альбом. Так, у нас играет дым. Сбери меня с собой повыше. Там, где стая детства, можно выше. Ну, в общем, прикольный трек. Короче, OG Drive, дым, прикольный. И ролик, да? По-моему, так. Ну, богатеть, по-моему, еще прикольно было. Короче, ну, что-то как-то, ну, норм вот так вот получилось. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии. Можете написать, какие треки вам больше всего понравились. И, возможно, я еще уделю им внимание какое-то. Спасибо еще раз всем. Пока. Check it out.